Точка расположена внутри треугольника ABC. Угол BOC равен минус угол BAO равен 90. Так. Точки M и N основания. Ой, дано, напишите, что там дано. Разность вот этих углов 90 градусов. Так. Ну, M и N. Проведена прямая MN. Пересечение с BO. Доказать, что угол. Четырехугольник МОНА писан. Это угол АС, значит. МНО. Да. Посчитаем угол СНП. Он равен 90 минус альфа. Вот. Ну, поскольку это угол прямой, это альфа. Да. Вот. Угол ПОС это 180 минус угол БОС. То есть тоже 90 минус альфа. Не прямая. Вот этот угол ПОС. Это 180 минус вот этот угол. Да. ВОС. Тоже 90 минус альфа. Значит, четырехугольник ОСПН писан. Это угол прямой. Потому что опирается на тот же самый отрезок ОС. Да.